Привет, сегодня не то чтобы на обзоре, но вот такой интересный аппарат. Pioneer на 301 диск, DVD, аудио, CD читает. С ним проблема, в общем, не хочет читать диски. Включим, посмотрим. Механика вся исправна, скорее всего, лазер дохлый. Такая вот карусель масштабная. Идея, конечно, реализована инженерно очень круто. Так, ставим DVD-шный диск. Здесь есть слотик такой специально для одного диска. Вот тут вот, да. Загрузим как раз как положено. Лицевой стороной сюда. Так, закрываем. Поскольку у нас один диск, жмем на play. Диск увозится вдаль далекую, забирается, все бликует и отсвечивает, так что не видно. То есть все механические звуки там происходят, считывание диска, попытка считывания диска, в итоге потом он все равно возвращает его в каретку. Еще раз по кругу сейчас прокрутит его, просчитает диски. Лапа забирает его на считку лазера, но возвращает назад, поскольку нет считывания лазером. Скорее всего, надо менять сам лазер. Вот такой вот аппарат. Будет возвращен назад, поскольку не рабочий. Печаль.